Всем привет, ребят. Ну что, все-таки дотянул я до 2019 года, думал, разыграю в 2018. Сейчас мы немножко потрешуем на Китайке, доберем Макса и определим победителя еженедельки 2018 прошлого года. Я с ним уже спешусь, но все как обычно, в принципе, вы знаете. Начали мы новый аккаунт в новом году. В принципе, почему я не начал его на Китайке? Потому что здесь будет все намного проще. Почему вы сейчас сами увидите? Во-первых, здесь топовые акции для бездоната. Вот есть такие вот акции за найм героев и за ролл талантов, где учитываются карточки. И где за 120 смен, либо 36 тысяч самов, вам дают такие вот таланты топовые, исцеление, тут пакты дают, священный огонь. Ну, в общем, все по-разному бывает. Просто налегке здесь можно завод сделать один из топовых аккаунтов. Конечно же, при удаче и хорошем везении, но это можно сделать. Также здесь есть такая вот акция. 160 тысяч накопленных самоцветов вы 100% получаете огнекрыло осколками, плюс, как видите, топовые плюшки. Ну, просто на русском и на английском такого нет. Пишут многие, что есть на там немецком, тоже можно собрать. Возможно, ребят, там тоже, наверное, хорошо играть и на Индонезии. Просто я играю на тех серверах, которые самые первые в обнове и где можно потрешивать для контента, для вас, чтобы вы понимали, что делать и как качать. Также есть такие вот акции. За 300 самов здесь вот такая вот акция, где вы можете забрать 10 карт смены, то есть получается еженедельно и можно свободно накопить, плюс получить самики, обменяв смене по квесту. Такая вот, я забрал ее за 5, чисто из-за питомцев, чтобы питомцев из-за яиц. Ну, дальше, как видите, здесь 10 тысяч самов тоже дают неплохие карты. Ну, все, что хочешь для бездоната, здесь реально играть в кайф. На русском такого нет. Очень печально, что такого нет. Но, как видите, здесь можно даже топовые третьи карты получить нормальных топ-героев. Ну, вот как-то так. Поэтому я не создавал здесь аккаунта. Я начал играть на русском, потому что там сложнее всего для бездоната. То есть, чтобы понимать, как оно играть обычным игрокам. Ну и, конечно, видите топовые акции. Я их еще до них не дошел. Так, хорошо, поехали, сделаем смену, посмотрим, какой же шанс. Паролем мы, как обычно, давайте на стрелке. Где мой стрелок? Вот. Ой, говорю, стрелок. Зашли на медузу. Вот 120 смен. У меня, конечно, и коробки есть. Вот самое интересное то, что оно все учитывается. То есть вы вот так вот ролите, не тратите за самоцвета, на русском за самики. Да, ну на русском вообще такого нет. К сожалению, надеюсь, возможно, когда-то будет, тогда будет интереснее для бездона, но просто вот то, о чем я говорил, ребят, сразу же падает нам ремочка. Давайте сейчас посмотрим, кому можно тут ремку притыкнуть. Что у меня тут вообще по героям делается? Не занимался я давно этим аккаунтом. Так. Факт. Я вроде тут ремок тоже был в свое время понаставлял. Так, Афинка с девяткой есть, Варлок, Бигфута разные. Все никак не дойду до новых талантов. А рудками они у меня есть, потестируем. Так, Рунина, это понятно. Сердцеедка есть. Тасса, ну, в принципе, можно и на Тассу поставить. Давайте выберем отсюда разброс. Сделаем такой вот вариант. Так, ну что, поехали дальше.
Опять возвращаемся к стрелку. Не знаю, что-то мне на стрелке нравится ролить. Реально неплохо падает. Вот опять пятерка. Ну что там, какой он, какая у нас следующая топ-пятерочка будет? Так, СВО четвертая. Вот так. Тяжелый удар даже, ничего себе. Вот как-то так за карты падает. То есть, по сути, вы можете за 300 самов покупать там еженедельно 10 этих картсмен и потом заролить там через месяц, через два и получить топовые таланты. То есть, это здесь не проблема, это очень облегчает жизнь бездона именно на китайке, на других серверах. Так. Корка, пожалуйста. Ну, ремочка, вот это самое главное, что у нас это упало. Так. Изворотливость неплохо. Правда, не пятая. По-моему, мы 120 смен сделали уже. Вот вы можете забрать сразу же, посмотрите, питомцев, рунки, исцеление. Ну, в общем, как-то так. И мешок на огника единичный, конечно, уже их 168-169 будет. То есть вот как-то так, ребят. Так, окей. Это мы сделали. Поехали дальше. Что у нас дальше? В принципе, я вам все показал, здесь ничего такого трешечка сегодня нет, ну вот такой вот коллекционер, ой, точнее хрустальный, говорю, коллекционер, ну по сравнению с английским он, конечно же, не очень. Скидочки, тут можно купить рунки, я забрал, и также тут у нас еще есть, ну это за награды, в принципе, вроде как бы все. Сейчас я гляну, или архидемона открыли. Нет, архидемона, к сожалению, все пьют, не открывают. Здесь очень долго. На русском более активные. Так, хорошо, с этим мы разобрались. Поехали. Будем определять победителя. Все как обычно, что для этого нужно. Просто подписка, лайк, репост. Все и есть видосик, как участвовать. С нового года я, не знаю, поменяю немножко конкурсы, посмотрю, подумаю, еще еженедельные, возможно, будут какие-то другие, в принципе, посмотрим. Смотрю, многие уже начинают сейчас репостить и это все писать. Ребят, не спешите, я говорил уже, предупреждал, что с нового года все поменяется, что-то новое придумаем. Так, окей, поехали, открываю я. Захват экрана. Поехали на ютубчик. Так, мой канал. Есть. Такс, ищем видосик с определением победителя. Я уже даже не помню, что там, когда он у нас был. Такс, такс, такс. Вот определяю победителя, неделю назад аж был, ничего себе. Так, с какого там, по какое у нас?
Надо было изначально поставить, чтобы вас не мучить. Так, по лазулик Саддама делали. Сейчас я точно посмотрю, кто там был победителем. Так, Дмитрий Багаян, окей. По-моему, он, если не ошибаюсь. Такс, 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 19 декабря. Нет, это не он вроде. Если 19-го. Хотя, в принципе, а что не он 19-го? Так, ну-ка, сейчас еще раз, ребят, пересмотрю. По-моему, завтыкал. А, так. Приз победителю, награда победителя. 3 дня назад, 4 дня назад. 5. Уже запутался в этих видосах. Не люблю эти еженедельки. Так, батл за Лунника. Битва за Этникрыла. А, нет, вот, определяю победителя 6 дней. Что бы сейчас опять не тот видос выбрал. Да, 26 числа, все правильно. Так, смотрим. Какого, по какой видос мы считали. Интересно смотреть самому на себя. Вот так свезло. От 1 до 31 поехали. Вот так. Хорошо, значит, начинаем. Мерси и по... Сейчас определимся, покуда. Так, хорошо. Ну да, Мерси это у нас был как раз начало понедельника. А, такс, 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 такс. Видео. Видео, видео. Так, вот он, Мерси. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Упс, пропускаем. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36. Так, 36, флешрон, 2 дня. 2 дня, 1 день назад. Нет, это тоже... Ужас, ну бас я какой-то. А, так, делаем новый аккаунт. Это был тоже 30 число, новогодний роллинг. Тоже было 31, если не ошибаюсь. Так, новый бездонатный акт тоже входит, получается. Тоже 30 новогодний ролл. Что-то я не могу понять. Что за дичь творится? Так, понедельник это было 31, 30 число это у нас было воскресенье. Ну, в принципе, тогда все правильно. А что у меня пишет один день назад?
Это был 31 число. Никто ему 31 новогодний ролл. 30. Значит, вот так вот по новогодний ролл считаем. Значит, считаем так. Раз, два. Эта примерка не считается. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Вот от 1 до 39. Может, я где-то не прав. Все-таки Новый год. Могу тупить. Так. Окей. Ставим диапазон 1. 39. Генерация 18. Окей. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Очень опасный роллинг, злобный роллинг. Правильно? Да, 18. Блин, немножко тупит. Тупит из-за того, что... Так. Из-за того, что включен... Сейчас проверим. Немножко неудобно с VPN-кой оттормаживает. Сейчас опробну просто чисто очень опасный ролик. Окей, это он. Обновляю ссылочку, ставлю, но еще не юзаю. Поехали сюда на видосик. Пооткрываю ваши подписи. Так, спам разрешить. Так, окей. Готово. Готово. Так, опубликованные все есть. То есть мы сможем здесь поискать. Поехали на рандомайзер. Поехали, let's go. Сергей Шкараба, надеюсь, ему когда-то мне повезет. Классный контент, продолжаю в том же духе. Спасибо. Поехали. Поехали, посмотрим. Так, тут репостики есть. Поехали посмотрим на его YouTube канал. Так, на главной ничего нету. Видео. Смотрим. Видео правильно репостит. Опасный роллинг есть. Подписка. Подписка есть. Ну, что, поздравляю. Здесь, в принципе, сделал все правильно. Поехали, ищем здесь видос. Отлично. Люблю таких парней, которые делают все правильно, все, что надо делать. Так. Сколько лет? А то всех бомбит, сколько лет, потому что выигрывает не женат. 88-й, ну, не школьник. Так. Есть. Ну все, что, поздравляю, получил приз, плюсик, даже в онлайне есть. Все, а вот так вот, ребят, закрыл я прошлый год, наконец-то, это меня радует. Так, забираю захват экрана. Это меня радует. В принципе, надеюсь, все остались довольны.
Следующий в этом году уже конкурс, я расскажу, что и как будет. Возможно, ежемесячные вернем, не знаю, посмотрим. Все зависит от того, что у нас будет в акциях, сколько будет на это все времени. Пишите комменты, что вы об этом думаете, какие вы хотите видеть конкурсы. Все, кто участвует, удачи вам, всем удачи, всем пока.